Всем привет, меня зовут Анюта, и я снова рада вас видеть на канале Анюта Плей. И сегодня мы снова откроем еще один сюрприз в шаре с троллем. В прошлых видео мы нашли Розочку, Цветана, Королеву Рокс, Здоровяка и сестер Сатинку и Синельку. Посмотрим, кто же у нас сегодня попадется в шарике. И сразу спасибо всем за подписочку, лайк и колокольчик. Ну а если ты еще не подписался, то можешь сделать это прямо сейчас. Вот такой вот у нас шарик, на нем нарисованы ручки троллей, а с обратной стороны замочек и написано «Одень тролля». И давайте откроем первый слой. У нас уже сразу высыпаются вот такие красивые конфетишки. Вот такие розовые и блестящие, похожи на бриллианты. И наш красный пакетик, на котором написано «Тролли». Ого, все разлетелось по столу так. Вот такой вот красный пакетик с золотой надписью «Тролли». Ну и давайте посмотрим, кто же прячется в нем. Я уже вижу голубые волосы и розовый бантик. И здесь у нас Кроха. У нее очень-очень длинные волосы с розовым бантиком. А также она одета вот в такой розовый купальничек. И здесь, посмотрите, маленький кармашек. Несмотря на то, что Кроха очень маленькая, у нее самые длинные волосы и грубый голос. А теперь давайте найдем для нее одежду. И она находится за этим розовым слоем с причесочками. И здесь желтенький пакетик и конфетти-звездочки. Давайте посмотрим, что в этом пакетике. А здесь розовое платье с голубым помпончиком для Крохи. И давайте померим его. Вот как это платье смотрится на Крохе. И посмотрите, у нее кулачок. Она явно воинственно настроена. Ну и давайте посмотрим еще следующие наряды. Этот слой вот такой ярко-красный с золотыми молниями. И даже черепки на нем нарисованы. Ну и также написано «Одень тролля». И потянем за розовый замочек. И посмотрите, какие радужные звездочки у нас тут. Они такие прикольные. И три розовых пакетика, на которых написано «Тролли» и нарисован цветочек. Давайте первый пакетик откроем, вот этот. А здесь блестящие черные очки с золотыми звездами и голубыми камнями по бокам. Ну и также коричневые стекла. Эти очки Кроха надела, когда ходила спасать Розочку вместе со Здоровяком, Сатинкой и Синелькой. И следующий пакетик откроем. И здесь красное маленькое платьице с белым помпоном. Оно такое же, как и розовое, только красное. И последний пакетик. Вот такой вот маленький. И это красный бантик. И мне уже не терпится все это померить. Платье оденем. Очки. И красный бантик. И вот какая крутая Кроха у нас получилась в этой одежде. Мне очень нравится, как она смотрится в черных очках и в красном платье. Этот образ очень крутой. И тем более к нему подходит вот этот кулачок. И давайте еще Сатинку с Синелькой рядышком. Вот так вот они и ходили спасать Розочку. И у нас еще есть Здоровяк. Вот какая компания. И я вспомнила, с ними еще был Брюлик и такая троллиха с длинными ногами. Но у нас в этом шаре есть еще сюрпризы, которые спрятаны за следующим слоем. На нем нарисована вот такая яркая радуга. И салатовый замочек. Давайте за него потянем. И
И этот слой, как вы видите, у нас последний. Здесь нам уже знакомые конфетишки с фламингами и солнышками, на которых нарисованы мордочки. Я не знаю, видно ли вам, но они там есть. И три голубых пакетика. И первый пакетик откроем вот этот. А здесь у нас расчесочка в виде радуги. Она такая прикольная и красивая. Ей можно расчесывать нашу кроху. И следующий пакетик давайте откроем. Посмотрим, что же сюрприз в нем. А здесь карамелька. Вот такая вкусная и красивая карамелька на палочке. И последний голубой пакетик откроем. А в нем блестящий кексик. Ой, посмотрите, на нем тоже бантик. Он сделан как волосы тролля. Давайте дадим это все нашей крохе. Карамельку в ручку, кексик рядышком и расчесочку. Сегодня мы одели еще одного тролля, милую маленькую кроху. И на сегодня это были все сюрпризы. Спасибо всем за лайки, подписочку и колокольчик. С вами была Анюта. Всем пока. До встречи в новых видео. Пока-пока.